Когда ты хотела открыть магазин, мы построили, у нас есть со сруба магазин. Раньше я держала ресторан 15 лет, но как получилось, что помещение было в аренде, помещение забрали. У меня это все закрылось, и я хотела открыть магазинчик. И Кореша мне построил магазин. Но так упала я духом, как-то для меня это эмоционально было тяжело, что я ничего открыть больше не смогла. И для себя эту тему я закрыла. Так магазин у нас. Я вам скажу, мы купили этот участок очень давно. Мы ничего не делали и отдали соседу. У него коровки были, и он тут клевер сеял. А потом мы решили, приезжают дети к нам, ну шашлык надо пожарить где-то. Ну же участок есть. Приезжаем на шашлык. Ну а сесть где? Сесть негде. Поставили домик, назвали его гостевым. Говорю, детям будете приезжать, ну как дом поставим, будет у вас тут или кто-то в гости заедет. Потом сделали под навес, пошел дождь, в домик-то забежали, а дальше уже все, с домика не выйдешь. И потихонько пошло. Это немецкие утки, немецкая линия, мы для них делали специально уже домик такой, ну чтобы им было у нас хорошо. Налили водички, наловила ряски, пошла на озеро. У меня здесь получается разные породы. Мои породы шабо, курочек, которых я развожу. Арауканы, амирауканы у меня здесь есть. Падуаны кучерявые, простые. Вот. И подрастает от настиных курей, яиц, пуховые цыплята. Я покажу вам сейчас, да. Ничего не куплено принципиально. Я придерживаюсь такого метода, что ищу прабабушкины, бабушкины подсказки, рецепты. Вот. Смородину удобряю, например. Лучшего не надо, я хочу вам сказать. Да. Вот. Какие-то перепелки, кокошунки, корочки, кокошунки. Вымачивается, замачивается. Вот это так оно и выглядит. Пипика, иди сюда. Пипикуля. Пипикушенька, иди. Иди, моя хорошая. Так это не в инкубаторе выехали? Ой, вы знаете, тут целая история. Я так обрадовалась, что я выиграла яйца. Они мне пришли. У меня все куры не захотели сидеть на яйцах. Приходит дедушка сосед и говорит, у меня есть курица, она будет сидеть, хочет сидеть. Есть. Приносит мне вот такую курицу. Но думаю, курица же лучше, чем инкубатор. Все-таки она знает, как что. Она ночь посидела, на утро встала. Яйца в одной стороне, курица в другой. Ну я все свалила на то, что чужое место, чужой курятник, все. Ну хорошо, что делать? Достаю инкубатор. Прошлую инкубацию у меня неприятность была. У меня из 10 яиц один цыпленок вылупился, 9 замерли на последнем дне. Моя курочка села. Считайте, что эти яйца я туды-сюды двое суток волочила. И вот у меня 9 цыплят. Один не оплот был, 9 оплотов и 9 цыпочек. Да. Вот это маленькая курочка. Это курочка шапо маленькая, она их высела. Вообще эти куры мне нравятся очень. Они мне высиживают перепелок. Я это Я делаю на зиму тыквенное пюре. И оно такое паскудное. То его не доваришь, то что-то не додашь, и оно получается прицветает сверху. Но это не так страшно. Это можно убрать. И я прочитала, что вот как раз закрывать именно вот лощеной жирной бумажкой. Что я делаю? А потом кушать крышку? Не, ниточкой. Ниткой завязать. А, просто. Мы любим рисовую кашу с тыквой, пюре, молочную, вот и все. И так ложка, но как детское пюре, оно очень вкусное. И закрывала без сахара для тыквенного супа тоже. Вот как-то вот так мы решили организовать нашу встречу, чтобы немножко пообщаться. Потому что девочки меня спрашивают, а что, а как? Я говорю, знаете, я курей завела, информации очень много, в интернете можно все почитать. Людьми познакомиться, а живое общение мы уже теряем, к сожалению. Хочется услышать от человека, что да, что нет, не переписывать, не перепытывать, получить множество эмоций. Вот так мы решили собраться. Да, ну у нас еще стройка, как бы все в процессе, очень мы огорчались, как мы хотим встретиться, как мы встретимся. Говорю, это жизнь, мы живем, каждый, это не павильон какой-то выставочный, это все жизненное такое, вот мы так и решили. Так и решили показать. У нас здесь есть знакомый, который занимается голубикой и хвойными деревьями. И мы у него каждый год там по несколько. А идемте покажу вам голубику, которая получается второй год. Она один год уже одну зиму перезимовала.
обязательно нужно садить два разных сорта. Если да. И что мы делали? Мы выкапывали яму, выкидали почву, кислую почву туда мы засыпали. И по мере возможности я еще подкисляю. А чем? Лимончик и вода. Просто мне на вкус кислая водичка, и я себе подкисляю. А ревень? Нет у меня ревеня. Вы знаете, попросила девочку мне привезти, мы договорились, но она не доехала. Вот наш релиш такой. Закрывается он крышкой, плотно в холодильнике держишь целую зиму. Не, я имею в виду, если в погребе, то без проблем. Будет стоять, да. Супер. Без проблем. Иду по дороге, я же такая, плюшка такая, иду по дороге, соседка долбит эти тыквы. Все тыквы валяются, она собирает семечки продать. Я говорю, куда вы эти тыквы деваете? Она говорит, никуда, выкидаю. Я говорю, а можно я вас попрошу пару тыкв? Да хоть все забирайте. Она говорит, дай мне целую тачку, я давайте пюре варить, это все за... Боже, говорю, спасибо, дай Бог вам здоровья. Вы хотите прогуляться? Прогуляться, да. Посмотреть окрестности ваши. У нас очень нравятся соседи. Здесь строится немного высоковольтная линия идет. Это уже нам хорошо. Да. Здесь уже наше. Там дальше у нас заканчивается огород, дорога. И у соседей огород и аж дом в конце. То есть близко, но далеко. И всем приятно и хорошо. На озеро можно той стороной спуститься. Здесь спуск плохой. Тут у нас подряд 4 озера. Это следующий через дамбу. Следующие. Рыбу это озера в аренде. Но я заядлый рыбак. И у меня красный билет. Я хожу на любое озеро и ела рыбку. Это надо продавать. Да, а вот детский сад, который я развожу. Почему? Почему они, например, не продают цыплят? Я очень щепетильно яйца я продаю. Да? Я щепетильно отношусь к тому, чтобы заявить яйцо инкубационным. Ну, как бы мне хватает мальчиков, хватает девочек. Я же не знаю, оплот или не оплот. Как я могу человеку сказать, что это оплот? Раз продала яйца, у меня 100% оплот. Раз продала, у меня получилось 50%.